Всем привет! С вами Мадина. Сегодня мы с вами приготовим очень нежные и вкусные творожные рогалики с изюмом. Готовятся они очень быстро и очень легко. Для начала нам понадобится мягкое сливочное масло. Кладем творог, добавляем сахарную пудру, можно добавить обычный сахар. Все хорошенько перемешиваем. Всыпаем муку. Добавляем разрыхлитель теста. И замешиваем очень мягкое и эластичное тесто. Готовое тесто отправляем в морозилку на 30 минут. Далее нарезаем тесто на 3 части. Сформируем кружочки, чтобы удобно было раскатывать. Каждое тесто раскатываем в тонкий пласт с диаметром примерно 2 мм. Тесто очень легко раскатывается, оно очень мягкое. Нарезаем тесто на 8 треугольников. В каждый треугольник посыпаем сахаром. В каждый треугольник кладем изюм. Изюм я заранее промыла кипятком. Все готово. Из каждого треугольника сворачиваем вот такие рогалики. Готово. Отправляем в духовку при 180 градусах примерно на 20 минут. Наши нежные и вкусные рогалики готовы. Хорошенько их остужаем при комнатной температуре и посыпаем сахарной пудрой. Всем приятного аппетита!